Добрый день, друзья! С вами, как всегда, я, Олег Дубовой. Я приветствую вас на канале «Пасека у реки». Несколько дней тому назад к нам приезжали друзья. Ну и, как всегда, встречаешь хороших друзей. Это традиционно у нас шашлык. И, ну, не только шашлык, там еще на рыбалочку съездили, уху, ушицу сделали. Ну, когда наши друзья уезжали, они как бы поблагодарили, спасибо, все было хорошо. Природа у вас классная, но самое классное, что мы у вас, кажется, увидели и попробовали, это приправа к вашему шашлыку. Как она называется? И дайте с собой хотя бы баночку. А Дмитрий, так зовут моего товарища, он сказал, ну я же знаю, у тебя есть свой канал, там есть рецепт или нет? Я говорю, нет, там рецепта этого нету. Говорит, как тебе не стыдно? Такую вкуснятину и зажал. И вот мне стало стыдно, и я решил поделиться этим рецептом. Так что же это за приправа к шашлыку, которая так понравилась нашим друзьям? Называется она сацебели. Сацебели есть два вида. Первый вид сацебели — это тот, который продается в магазинах, который делается из сушеных продуктов с разными там добавками, в том числе добавками Е, которые очень вредят нашему организму. Я не знаю, насколько это правда, но говорят, что если употреблять продукты часто с добавками Е, то и до онкологии недалеко. И есть второй вид сацебели, тот, который делается с продуктов, выращенных своими руками, с огорода, свежие продукты. Ну, в общем, что я рассказываю, сами все увидите. Усаживайтесь. Смотрите, запоминайте, записывайте. Итак, сацебели, которая не только вкусна, но и полезна для вашего организма. Прошу.
Ну что, друзья мои, что знал, я вам рассказал, чем мог, я с вами поделился. Хочу сказать, что если вы не поленитесь и сделаете этот рецепт, то у вас будет возможность угостить и удивить своих друзей. Потому что эта цицибелия, она невероятно вкусная. Вот это покупное и рядом не стояло. Сейчас видео закончу. Пельменчиков сделаю себе с цицибелия. Ну, Дмитрий, а тебе огромное спасибо за твой отзыв. Ты стал инициатором снятия этого видео. И я тебе отсылаю несколько баночек этого цицибелия. Ну, а нам пора прощаться. Всем пока. До новых встреч. Приятного вам аппетита и крепкого вам всем здоровья.